Мур, привет, друзья! С вами Зирко и рубрика ML Факты. А помогает мне в видео наш прекрасный редактор Совушка. Сегодня будет аж три предмета сразу. Это кособедствие, штормовой пояс и бесконечная битва. Вместе их объединяет основа пассивного свойства, а именно чистый урон. Все три предмета дают нам кучу разных приятных бонусов, но это вы и сами прочтете. Пойдем по порядку. Кособедствие. После применения навыка следующий удар дополнительно нанесет 120% от вашей магической силы. У Алукарда магическая сила 94. Урон с пассивного свойства 112 с округлением в меньшую сторону. Покупаем книгу на 15 магической силы и урон уже 130. Дополнительно коса ускоряет бег владельца на 10%. Действует примерно секунду после применения пассивки. Пассивка на всех трех предметах имеет КД 1.5 секунды. Бесконечная битва. Механика урона та же. Навык – удар. Но урон бесконечной битвы зависит от физической атаки и будет вылетать 85% чистым уроном. Да, процент меньше, но у многих персонажей прирост физической атаки с уронем достаточно большой. У Алукарда с лесным мачете и ножом вдобавок к бесконечной битве урон равен 321. Это значение вылетает вместе с уроном от косы, что означает, пассивки стакаются. Кроме того, как пассивка сработает, персонаж получит еще 10% ускорения к перемещению от ББ. Последним по списку, но не по значимости, идет штормовой пояс. Его урон зависит от вашего максимального ХП и будет составлять 2%. В случае с Алукардом это 138 единиц. Кроме того, мы еще и замедляем противника на 1.5 секунды, действует на область, что приятно. Все три предмета наносят чистый урон, который игнорирует всю броню и магическую защиту, не критует, а топор кровожадности считает этот урон за навык и исцеляет от него. Надеюсь, это фича, а не баг. Итак, кому же собирают эти предметы? Их берут либо для увеличения урона с первого удара, либо героям, которые наносят урон с руки, перемежая его с навыками. Бонусом служит еще манореген и сокращение КД на 10% на всех этих предметах, что облегчает тактику навык удар. Самостоятельно выбираем своему персонажу, какой возьмем предмет. Если нам нужна выживаемость, но не хотим сильно просесть по урону, берем пояс. Если нужно увеличить урон и не просесть по исцелению, то бесконечная битва, а магам подойдет кособедствие. Совмещать предметы можно, но в очень редких случаях, зачастую это пояс и ББ. Частный случай, на какого героя что берется, можете посмотреть в гайдах. Напоминаю, воспользовавшись поиском на канале, вы найдете множество тематического видео. А на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!